Получится ли с первого заброса поймать? Все эту траву угнал, тут остров с травы был, куда он делся, непонятно. Бредишком что ли тут прошли? Вот тут вот остров с травы был, где я веду. Из-под него все время поклевки были. А куда он делся, не ясно. До полного всплытия. Тут это было очень важно на последних рыбалках. Что-то сдается мне, что тут бредишком пролезли. Хотя в такую погоду. Ну вот, был тут остров астролиста. Уже нету. Сам-то он не мог исчезнуть. Да, был выход, даже промах. Вот тут, прямо под берегом. Говорю, она здесь всегда стоит. Промахнулась. А? Да. Опять промах. Смотри, еще один промах. Опять она же. Вот и снег пошел. Уже не первый. Наверное, пятый в этом году. Наверное, рыбка уже смели ушла вот сюда, вот где поглубже. Попробуем джигом. Последний метр лески обмерзает ужасно уже. С Новым годом, друзья! Хорошая погодка. Да, вообще замечательно. Даже города уже не видно. Октябрь месяц. Октябрь пока что еще, да. Середина октября. Даже еще не середина. Но в том году 20 октября здесь я уже по первому льду открывался, так что это нормально. Не знаю, конечно, как там рыба себя чувствует в такую погоду. Особенно такая, как щука и окунь, которых мы ловим. Налим-то, понятное дело, сейчас ему самая милая погодка. Вот такая коряга. Сейчас попробуем ее обловить, поменяю приманку. Поставлю. Это свиммер от Герингера. В таком большом офсетнике формы White Gap. Если хотите оснащать такие шалькотелые приманки, обязательно выбирайте офсетники с широким поддевом. Так называемый White Gap. Прячем жало. Головка 7 грамм, потому что резинка крупная. Сейчас попробуем прямо вот сюда ее в кустике подкинуть. Все, обмерзло уже. Так. Я боюсь туда спускаться. Скользко очень. Не видно, где вода начинается. Можно угодить в пучину. Конечно, заброс такой вряд ли что-то принесет. Но все-таки попробовать стоит. Нет. Попробуем туда вдаль.
Ну вот, началось, собственно, то, что является, как это сказать, лицом зимней рыбалки на спиннинг. Это визитная карточка зимнего спиннинга — обмерзание колец. Октябрь месяц, уже вот такие проблемы. Хотя, когда я выходил, было плюс 2. Как мы от этого избавляемся? Просто вот так вот пальцами все это дело выщелкиваем, растапливаем. Ну и, конечно, используем антифриз, которого пока что я еще не использовал. Думал, что нет пока необходимости, но, как видим, заблуждался. Все, почистили. Крупный реперочек у нас на крючке. Продолжаем ловлю в надежде на трофей. Снег закончился. Не хочет пока. Рыбка явно очень пассивная. Поэтому проводки такие вот, умирающий твичинг и слабые потяжечки, но в то же время воблер, который имеет хорошую свою игру, хороший роллинг и паузы, на которых он роллит, поймать сейчас на более жестком агрессивном твиче или на поверхностные воблера, которые всплывают, думаю, невозможно. Шансов практически нету. Поэтому ловим вот на такие небольшие воблерки, близкие к суспендерам. Вот такой мягкий твичинг. Короткие паузы. Короткие потяжки. И длинные такие паузы, чтобы дать воблерку самому сыграть как надо. Но пока тихо. Ни единого намека на то, что рыба сегодня хочет питаться. Ловим вдоль берега. В надежде хотя бы на какую-то травяночку небольшую. Джик тоже не хочет. Прохладно. Все, рыбалки не получилось. Замерзли окончательно. В погодке я оделся. Морозит так хорошо уже. Градусов, наверное, 2 мороза.
скоро здесь уже будем со льда ловить. Окушка, плотвичку. Щурят. На блесенку. А сегодня никак. Зима уже к нам шагает. Хотя обещает потепление. Ну что, друзья, с первым снегом. Хотя у нас он уже не первый. Уже дня, наверное, 4 он идет. Сегодня, наверное, самый холодный день. Рыбка в шоке. Неделю назад было 20 градусов тепла. Собирал я грибы в лесу под осиновики. Ждал дождей, потому что было сухо. А вместо дождей пришли снега вместе с морозом. Вот так вот бывает. Такая погодка. Капризы. Ничего не поделаешь. Ладно, не будем больше морозиться. Пойдем домой.